И здравствуйте, с вами Алёша, и мы будем играть в ту лучшую игру. Вот я... Это оказалось видео, да, это оказалось видео, да. Хитро, да? Так, стоп, а я не понял. Чё ты тут с напитком уже? А, я же снимал. Понятно. Вот такая заставка. Тока-бока! У меня по лицу мурашки. Китерхи. Ладно, тут есть такой персонаж. Не пугайтесь, не пугайтесь. Да, я просто не буду за него играть. Вот этот парень нравится. Потому что у девочки нос синий. А он нормальный. Ну и что будем делать? Так. Нет. Будем мы морепродукты ему делать. Креветки. Вот эту фигню. А вообще-то креветок надо... Вот так. Короче. Можно резать. Я сейчас его запихну вот это. Какую-то фигню, я не знаю, как называется. Ну, это точно. Так, засовываем тарелки. Так. Теперь рыба. Рыба должна без головы быть и без хвоста. И пополам. Я вот так сделаю. Вот. Вот себе это. Давайте пожарим. Со всеми вот этими конечностями. Пусть он это кушает вообще. Все. Пожарилось. Берем. Кладем. Ты что закрылся? Тут проблемы. Кстати, хорошая игра. Мне очень нравится. Так, три. Смотрите, как профи делает. Есть одна креветка. Вторая креветка. Третья креветка. Ладно, пусть будет. Четвертая креветка. Ты чё ты такая? Не хочет резаться. И последняя креветка. Вот. А их надо пожарить вот так. Вот. Выкинула. Не смейте моих креветок выкидывать.
Странно режу. Ну, конечно, надо голову, а под и хвост отрезать. Кажется, на коктейль будет нормально. А можно вот эту штуку тут вот так раз. Ну давай тебе добавим немного вот этого. Ну можно добавлять, но я не хочу, потому что он обидится. Ему не понравится. А мы правильные поваря. Сейчас. Приятного аппетита. Как оценишь? Вкусно, да? Голову. А теперь просто мучаем его. Я, кстати, забыл поставить время. Что делать? Сейчас разберемся. Девять минут сейчас снимаем. Примерно. Я к 13 закончу. Кушай, кушай. Я не запивай. Засранец. Так, теперь хрустящий штучка. Нет, он включен телевизор. Не обращайте внимания. Так. Кушай. Послушайте, как он хрустит. Согласитесь, приятно. Десятка. Так. И у нас есть время на ужасное приготовление. Кстати, можно это просто водичку добавить, и он выпьет. Да? Выпьешь? А потом в нее можно вот так добавить. Вы видели? Короче, добавляем вот эту фигню. Думаю, что добавится. Чё ты не добавляешь, засранка? Давай. Ой, какая-то пюрешка, чёрт возьми. Сайдер. Мы сейчас ему такое. Это, наверное, острое что-то. Это кетчуп. Он это будет пить. Это челлендж, игровой челлендж. Ты не выполнил миссию по геометрии, Даш. Теперь ты должен это кушать. Да. Ты сам виноват. А это теперь ты должен это все съесть. Прикольно сделано. Давай. Ты чё не падаешь, засранец? Падай, засранец. Ну сейчас такого тебе дам.
добавят, да? Да, друзья? Подписчики мои. Подписчики. Да, солят столько много. Чё так, да? Я какого-то мусора. Ну, 15:03. Ну и до свидания, с вами был Алёша. Я не знаю, какая видео получится, мне еще тут дофигища монтажа делать. Ну и па.